Всем большой привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы отправимся в магазин Fix Price, ведь сюда привезли огромное количество потрясающих новинок, в том числе и много посуды. Fix Price, в котором я была, находится по адресу город Саратов, улица Орджоникидзе, дом 1. С отдела товаров для кухни, пожалуй, и начнем. Понравились стаканы, очень интересные и необычные, с переливающейся расцветкой. Стакан объемом 250 мл. Тяжеленький. И есть еще вот такой вариант, стакан высокий. Продаются поштучно. Цена одинаковая, 83 рубля за одну штуку. Вы посмотрите вот на эту красоту. Это стакан рельефный, очень красивый. Необычный, тоже с лиловым отливом. Невысокий, объем 290 мл. Мне кажется, еще можно в декоре использовать в качестве подсвечника. Цена за штуку 87 рублей. Это целая новая коллекция посуды с лиловым отливом. Посуда стеклянная. Далее смотрим салатник объемом 500 мл. Сюда так и просится салат оливье. Будет очень эффектно смотреться на праздничном столе. Новый год, кстати, уже достаточно скоро. Осталось меньше 40 дней до него, до этого праздника. Цена салатника 149 рублей. Еще одна красота. Мне напоминает хвост павлина. Потрясающая тарелка, очень тяжелая, красивая. Можно использовать для подачи фруктов и любого другого угощения. Станет красивым аксессуаром на праздничном столе, ну и на повседневном тоже. Диаметр блюда 26,5 сантиметров. Можно использовать и для горячего. Цена 299 рублей. Ну и чтобы собрать полностью коллекцию, можно еще купить стопки объемом 50 мл, тоже с лиловым отливом. Продаются поштучно. Цена 35 рублей 50 копеек. Сегодня хочу поделиться с вами одной своей находкой. Моя палочка-выручалочка, которая помогает поддерживать чистоту во всем доме. Я очень люблю готовить в духовке, часто это делаю. И после очередного ужина заметила, что мою духовку уже давным-давно пора помыть. И решила попробовать новый продукт, очищающую пасту от марки Brand Free, которую заказала на Wildberries. В использовании все очень просто. Наносим средство на загрязненную поверхность с помощью тряпки или губки. Равномерно распределяем. И затем с помощью влажной губки проходим еще раз. Если загрязнение очень сильно, то процедуру можно повторить. В результате моя духовка снова выглядит как новая. Самое приятное, что меня удивило, это аромат данной пасты. Он очень приятный. Если бы я не знала, что это чистящая паста, я бы подумала, что это скраб для тела. Пахнет приятно, никакого химического аромата. Еще одним несомненным плюсом является безопасный состав этого средства. Здесь нет хлора, фосфатов и агрессивных веществ. Чистящая паста является универсальной и подходит для разных типов поверхностей. Начиная с загрязнениями на кухне и заканчивая грязной обувью. Покажу на примере вот этих ботинок. Буквально 1,5 минуты мне понадобилось для того, чтобы подошва снова стала белоснежной. Средство настолько универсально, что вы можете использовать его и на кухне, и в ванной комнате. Очищать микроволновки, плиты, духовки, межплиточные швы, в том числе напольные, сантехнику в ванной комнате и многое другое. Мне понравилось, что паста абсолютно безопасна для кожи, имеет приятный запах и не оставляет царапин. Она достаточно экономична, средства хватает надолго, и можно одной баночкой заменить кучу других продуктов для уборки. Ссылку, где можно заказать пасту от Brand Free, оставлю в описании в инфобоксе. Успевайте, тем более в ноябре сейчас период распродаж, и самое время запастись отличным средством для уборки. Fix Price разошелся не на шутку. Посмотрите на эту красоту. Тарелка с шикарным красивым оленем, с елочками. Это опаловое стекло, тарелка прям большая, квадратная. Диаметр 27 сантиметров. Изготовитель Иран. Очень интересно смотрится. Можно, конечно, и коллекцию собрать. Цена за одну штуку 229 рублей. Пишите в комментариях, как вам. Продолжаем смотреть лиловую коллекцию посуды. Чайник из термостойкого стекла с металлической крышкой. Объем 1 литр. Можно для горячего использовать. У меня похожий чайник есть. Это еще не все. Смотрите, банки и молочник тоже из этой серии. Ну и красота. Единственный момент, мне показалось, что крышка
как будто бы не очень плотно закрывается. Специальная еще металлическая вставка для носика находится внутри чайника, для того, чтобы чаинки не попадали в кружку. В целом все красиво, только вот не очень плотно крышка закрывается. А так, конечно, серия очень интересная. Купить такой чайник можно в фикс-прайсе за 349 рублей. Смотрим дальше. Кувшин без носика. Очень интересно. Можно еще использовать для хранения круп. Высокая стеклянная банка с металлической крышкой. Объем кувшина 1,5 литра. Для напитков тоже использовать можно. Предыдущие серии были с бамбуковой крышкой. На крышку жаловались. Вот теперь, пожалуйста, вместо бамбуковой крышка металлическая. Цена кувшина 399 рублей. Посмотрите, что еще привезли в этом году. Это же потрясающие стеклянные маленькие блюдца овальной формы. Объемом 390 мл. Я в прошлом году 3 таких покупала. В этом еще 2 куплю. Удобно для закусок, сухариков, орешков, конфет. Использовать на праздничном столе можно. Огурчики, помидоры. Все выставлять в таких удобных небольших креманочках. Цена за штуку 79 рублей. Еще 2 товара пропустила из новой коллекции. Это банки с металлической крышкой. 2 варианта есть. Баночка поменьше. Объемом 760 мл. И побольше, 1,4 литра. Вот в ту, которая побольше, можно спагетти ставить, они подойдут по размеру. Единственный момент, крышка опять-таки закрывается совсем неплотно, особенно в высокой банке. Цена 199 и 279 за баночку побольше. Коврик для сушки посуды. Издалека подумала, что это детская пеленочка. Такая расцветка интересная. Размер 40 на 45 сантиметров. Прорезиненное покрытие с обратной стороны. Вот так оно выглядит. Есть несколько расцветок со звездочками, с посудой и еще в сером цвете. Видимо, уже разобрали, остались только зеленые. Цена 124 рубля. В самом низу нашла новинку. Это мыло с символом 2025 года. Фигурное. Коробочка, конечно, очень эффектная, красивая. Такое мыло можно добавить к подарку, если подарок будет сборным. Обязательно куплю несколько штук, потому что подарки буду собирать сама. Цена за одно такое мыло 55 рублей. В отделе товаров для творчества появилась вышивка, набор. Сюда входит канва 20 на 28 сантиметров, нитки, иголка и инструкция. Пяльцы нужно покупать отдельно. Какие красивые рисунки в этом году. Понравилась девочка с елкой. Новогодние пейзажи есть. И символ следующего года – змея. Еще вот собачка на снежном шаре. Купить такую вышивку можно в фикс-прайсе за 69 рублей. В предкассовой зоне нашла новогоднюю новинку. Красивый набор бальзамов для губ от торговой марки Yoki-Toki. Здесь 2 бальзама с новогодним оформлением, с Дед Морозом и оленем. Один со вкусом ванильное мороженое, а второй со вкусом шоколадный микс. Очень классно смотрится. Цена такого подарочного набора 149 рублей. Спортивные валики для разгрузки позвоночника, для разминки всего тела. Валик достаточно жесткий, выполнен из ЭВА. Стимулирует кровообращение, помогает снять напряжение и расслабляет мышцы. На выбор есть несколько расцветок. Желтый, мятный, серый цвет. Купить можно такой спортивный инвентарь в фикс-прайсе. Цена 299 рублей. И это, оказывается, еще не вся посуда. Посмотрите, какая красота. Еще тарелки. Обеденная диаметром побольше. На размер 28,5 сантиметров. Это опаловое стекло. Такой перламутровый жемчужный оттенок. Смотрится красиво. Цена тарелки побольше 199 рублей и есть поменьше, диаметром 19,5 сантиметров, цена 149. И еще одна новинка, фикс-прайс разошелся не на шутку, блюдо-тарелка диаметром 27 сантиметров, состав фарфор,
Блюдо тяжеленькое. И расцветка очень даже симпатичная. Для подачи закусок очень даже подойдет. Цена 149 рублей. В отделе, где представлены товары для Нового года, новинки тоже есть. Посмотрите, какие красивые подставки с новогодним декором. Одна сторона выполнена из керамики, вторая из пробки. Размер 23 сантиметра. Можно украсить свою кухню или какой-нибудь хозяюшке, подружке, сестре, маме подарить на Новый год, дополнив и другими подарками. Цена 174 рубля. Три варианта на выбор. Это олень, котик и новогодний заснеженный дом. Стакан для горячих напитков с клапаном и декором. Сверху крышка плотно закрывается. Есть отметка о том, что можно использовать для горячего, но только с открытым клапаном или без крышки. Красивые нарядные стаканчики. Изготовитель Фиба. Это Россия, город Москва. Есть отметка о том, что не содержит бисфенола. Объем стаканчика 450 мл. Можно взять с собой в машину любимый горячий напиток или на прогулку. Несколько расцветок. Крышка очень плотно закрывается, это плюс. Есть стакан розовый, голубой и красный. Цена 99 рублей. Не поняла, почему такая скидка. Стакан с двойным дном, с новогодним декором, с веточками елочными и со снегом всего за 99 рублей. Не знаю, почему такая скидка, но я куплю. 350 мл можно использовать для горячего. Вот, например, точно такой же стакан, тоже со снегом внутри. Немножко отличается декором, стоит 279 рублей, объем 340 мл. Расцветок несколько, есть просто елочки, есть снеговички. И еще один вариант, это красивый стакан с таким металлическим дополнением, с декором. Скорее всего, нельзя в микроволновке использовать. Объем 335 мл, состав фарфор. Тоже есть елочки и есть олени. Цена 149 рублей. Настольный декоративный светильник делается в России. Светильник из фанеры, он с подсветкой. И подсветка уже здесь работает, батарейки в комплекте. Смотрите, как смотрится красиво. Есть олени с елочками. И еще несколько вариантов. Это медведи, домик с деревом. И олени только немножко другого цвета. Цена новинки 199 рублей. На этом видео не заканчивается. Мы с вами отправляемся в магазин «Фамилия» посмотреть, что интересного появилось тут. Магазин «Фамилия». Этот магазин находится по адресу город Саратов, ТЦ «Мой Новый». Красивый подсвечник, который работает от батарейки. Она уже в комплекте. Абсолютно безопасный. Можно использовать как ночник. Продается поштучно. Цена 149 рублей. Новогодние аксессуары для кухни. Набор прихваток. Две штуки с пряней. Цена 399 рублей. Есть еще вот такие варианты. 139 рублей. Прихватка с новогодней елочкой. Есть также еще наборы с гномиками и много других аксессуаров. Очень нравится в магазине «Фамилия» елочные игрушки, стеклянные. Цены разные. Вот это, например, 199 рублей. Есть шары, собаки, йоркширы, матрешки. Даже авокадо нашла. Такую игрушку точно вижу впервые, эксклюзив. 249 рублей. Понравился вот этот пряня, его куплю. Цена 199 рублей. Такой игрушки у нас еще в коллекции не было. Красивый мишка на шаре. Можно как декор использовать. Это светильник, 549 рублей. Единственный момент, немножко осыпаются белые блестки. Даже не блестки, а искусственный снег. Много новогодней посуды. Чашка с гномиками. Есть и другие варианты. С елочками, с Дед Морозом. Состав тоже разный. Есть керамика, есть фарфор. В среднем цена плюс-минус 200 рублей. Вот такой с Дед Морозом стакан. И есть еще посуда. Тарелка с гномиком очень понравилась, красивая. Единственный у нее минус, она выполнена из доломита. Очень с осторожностью отношусь к этой посуде, так как после мытья покрывается трещинами.
Есть товары со скидками. Набор из 3 медведей 799 рублей. Очень красиво, можно под елочку поставить. Или дома в качестве декора. Вообще обязательно загляните в магазин «Фамилия» в вашем городе. Здесь огромное количество красивых товаров к Новому году. На сегодня это все. Спасибо, что посмотрели видео. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube-канал и Telegram-канал. Ссылку на него оставлю в описании. Желаем отличного дня, прекрасного настроения. Увидимся очень скоро. Всем пока!